Я, вы знаете, я не видел. Владимир, так, вот это у нас клинцы. Гусеничный трактор. А, какой трактор? Сейчас я говорю. Кран. Посмотрим. Посмотрим. Ну, какой высокий. А вот Сибирь. Юрген. 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 Конечно. Но это сколько? Это 55 тонн. Так, а это что у нас? Галичане. Галичане. Это, по-моему, один концерт у них сейчас. 32 тонн. И типа мы сейчас... Да, 32 тонн. Такая вот вторая лебедка стоит для подъема легких грузов. И работает гораздо быстрее, чем основная. Вы писайте сейчас буквально секундочку. Писайте. Алло. Ну то есть получается. Здравствуйте, здравствуйте. Посмотрите, нижняя рама, видите, в каком исполнении. То есть гидроразводка вот, получается выше, видите, не нижняя, выше. То есть она не пачкается, не ржавеет. Маслоохладитель входит в базовую комплектацию. Масло что? Маслоохладитель. Радиатор. Никак нет охладителя. Здесь что-то охладитель какой-то. Так ты мне очень греется. Может здесь греется? Фиг знает. Это надо понагрел, знаешь, постоянно цилиндрами работать. А... Фиг знает, может у них... Я когда внутри там... Да не меня снимай, а технику. Снимаю. Китайский подъемник на базе КамАЗа. Sky E-Sky 640KN. Характеристики. Вот такие. Вот тоже на базе КамАЗа автокран. А это вот такая штука, это цемент подавать, наверное, да? Наверное? Это насос, да. А, здорово, классно придумали. Бульдозеры всякие. О, Вольво, смотри, какой Вольво. Вообще какой, какой зверь, хороший, 460, трехосный, такие вот опоры,
Вот Игорь ходит. Игорь, ну как тебе выставка? Интересно. Интересно, я тоже так думал. Столько разной техники, правда? Ты технику снимай, ё. Так я уже все снял. Теперь тебя буду снимать. Так, бетонные мешочки маленькие. А куда же такие можно использовать, если они такие маленькие? Это бетонные насосы тоже, ё. А, это только насосы? Он тоже качает. А, то есть ты сюда вот заливаешь... Он ничего не мешает, понятно, он только качает. Стоит тоже очень дорого. Да, ну и возможно. Олива. 237. Это проектирование. Да. Ну там обычный просто кузов, да? Все, кузовик там стоит. Я не знаю. Понятно. Так, а это что такое? Тоже все бетононасосы. Бетононасосы, большущие бетононасосы. Да, вон пошла. Ну ладно, не будем снимать доверху. Классный вообще бетононасос. Я бы тоже себе такой, конечно, хотел, только не знаю, где я его использовал бы. Ну, Юрик, я думаю, объявление бы написал бы тебе, звонил бы. И сколько он бы такой окупался? Я не знаю, он стоит. Такой, наверное, стоит 1,25 миллиона, наверное. Да. Так, а это у нас что такое? Это что это? Вот сваи бить это. Ковер. Что-то какой-то маленький какой-то, что-то сваи. Так, вот какой пульт интересный. Да, похоже, сваи забивать. Вот здесь вот какой-то что-то. Ну да, вот здесь она зажимается, похоже, между вот этими элементами. Соответственно, он эту штуку поднимает наверх, вот так. Захватывает сваю, наверное, да? Да, и начинает ее забивать. Ну да. Так, Mars группа, группа компании, автогидроподъемники. Да, небольшие такие, на базе каких-то типа газелей. Ford Transit, что ли. Посмотрим. Газ Next. А, на фоне, фу, на базе газели все это и сделано. Я думаю, Ford Transit, что ли. А это газель обычно. Стали нормально делать, видишь как. Да. Такой вот гидромолот. Урал написано же, ЗСТ Урал. Самое интересное, это здесь трогать технику. Здесь прям можно вот просто потрогать ее. Ощутить ее все неровности, всю ее красоту. И этот бульдозер называется ТМ-10 ГСТ-15. Т-20. Такой нож такой большой, да? Нож. Я бы сказал, лопата у него большая. Лопата. Ты называешь это ножом? Я называю лопатой. От гриппа. Вот. Ну я не знаю, правильно это или нет. Может и неправильно. Вот этот совсем слабенький ГСТ-10, ТМ ГСТ-10, но все равно выглядит прикольно, неплохо, ДСТ Урал. Так, это у нас насос, снова. Так,
это что у нас такое? Автовышка. Ну да, похоже на автовышку. Там живая сцена. Вот он, китайский экран. А, о, да. Китайский экран. Снимать готово? Снимает. Снимает, все. Так, это экскаватор. Создать первоклассное предприятие. Привлечь первоклассных кадров и внести первоклассный вклад. Приобрела еще более глубокое значение на фоне общенациональных экономических реформ в Китае. В 1994 году, Саня разработал первый в Китае автобетононасос большой производительности и высокого давления. В 1998 году был разработан первый в Китае автобетононасос со стрелой 37 метров. Вот. Что это такое? Саня расширяет производственную линейку. Асфальт снимать, наверное, как-то. А, ну да, фреза вон стоит. Вот-вот. А, нет, наоборот, укладывать. Или бетон, вот вот бетон. Он, фреза, видишь, стоит? Нет. Или нет, это распро... Не фреза, наоборот, а раз... Форсунки? Да, это, по-моему, типа бетоноукладчик, что ли. А. Ну да. Подъемник ножничного типа. Там он еще один. Тоже бульдозеры. Это, конечно, уже только не наши, да? Ну и чем они хуже? Чем они лучше, точнее, наши? Грузоподъемности. Там мы просто не посмотрели. Экскаваторы тоже. Тут как все перемешку, да? Ну, фирма представляется вот здесь. Вот, и у них полный комплект вот техники, которую они представляют. Кстати, очень похоже на тверской экскаватор. Ты прав, кстати. Это и есть они. Так они или не они? Ну, вот, вот этот вот ЕК-14. Вот. Маленький, по-моему, был экскаватор у нас такой вот. Когда-то. Гидромек. Ну, не знаю. Похоже на тверской экскаватор. Похоже. Игорь, Игорь. Смотри, там стреляют. Там стреляют. Может, постреляем? Пойдем. На халяву можно пострелять. МСТ. МСТ это ЧСИБ, что ли, наша русская. А вот это вот Bobcat. Котенок Боб. Слушай, ну там еще одна часть площадки есть, вот какая-то там, с той стороны. Вот продано. Что продано? Надо что ли передохнуть где-то? Да, пойдем вот там. Тадана. Тадана.
Ну что это у нас опять? Где-то гидромолот этот? Уборочная техника такая, да. Смотри, у этого экскаватора... ГелАЗ это Белоруссия, что ли? ГелАЗ, не знаю. У этого... забыл. Я назвал его экскаватором, это не экскаватор, это же, блин, бульдозер. Но он даже не бульдозер, у него получается вот эта щетка стоит спереди, а сзади гидромолот. Не, гидро... как он называется? Не молот? Такой, который бьет по земле и раскалывает асфальт. Это гидромолот, да. Гидромолот, да. Ну вот. Ты сколько тонн у него? Сколько у него тонн? 30. 30 тонн. Еще за рулем сегодня ехать, возможно. Здесь можно, а вот здесь не хочется. Пойдем с пенек пошли, там не занято. Управление опорами. Ускоритель у нас. Что это такое? Установка ГНБ. А это? Это карьерный самосвал. Такой узкий, да, и квадратный, посмотри. И притом узкий и высокий. Вообще. Представь, потому что там. Не, вот на дороге полноприводный, поэтому не очень высокий. Полноприводный, поэтому не очень высокий. Это как связано? Потому что центр тяжести высоко, как бы, чтобы он не переворачивался. Центр тяжести высоко, значит, он перевернется. Если центр тяжести высокий, как раз он будет переворачиваться. Он сделан, видишь, борта довольно-таки низкие. Да? Серьезно? Низкие? Не знаю. Мне кажется, все достаточно высокое. Ну ладно. Узнавать, да, ну да. Чтобы посмотреть, удобно ли будет тебе сидеть или управлять.
Вот такой столько колес вообще. Что, 200-тонник все-таки? Вон там написано, что в табличке. 220. Вау, такие толстенные, как это называется, стрелы. Ну что здесь у нас? Колесная база, масса машины в конфигурации. У меня на видео потом посмотришь. Там точно все будет видно. Вот человек стоит. Вон они, люди стоят. Вот, спроси, вот они. Два человека. Вы не будете записываться, ладно? Я там снимаю, ты меня снимаешь. Конечно, конечно. Какой момент. Фу, что-то завоняло. Что за грузовик такой? Самосвал обычный? Тут непонятный бед Сэма, машиностроительный завод. Напорно, а все 130. Так, что еще здесь есть? Очень много всего. 3 km in 2 hours 36 minutes 47 seconds. Lap pace 1 hour 4 minutes 7 seconds per kilometer. Так, в общем, 1 час 40 минут на километр. Смотри, щетка наверху. Ну, КамАЗы, самосвалы. Нормально тоже. А вот это что такое? Сыровоз беленький такой. Нет, ну это, наверное, ненадолго. Да, сыровоз. Ладно. Что там еще дальше? От КамАЗа у нас есть. Самосвал 20-тонник. Капитальный ремонт. А, капитальный ремонт. Эта модель называется капитальный ремонт. Автомобиль самосвал.
А это, видишь, какое-то объединенное производство КамАЗ Липхер. Кстати, вот на выставку привезли специально ободранную версию. Специально, это эксклюзивная версия. Вот. Вот по краю все ободрано, специально, чтобы показать, какое покрытие. Какое покрытие ненадежно. Правда? Что еще здесь? Это что такое за КамАЗ у нас? Что это за КамАЗ? А, бетономешалка. Вот. А я не знаю, должно быть написано на табличке, да? Таблички только нету. Так. Еще какой-то радиатор стоит. Игорь, зачем здесь этот радиатор? Расскажите нам. Непонятно, да, что это? Вот этот радиатор, который. Здесь вентилятор стоит с радиатором. Зачем это нужно? Что он охлаждает? Давай посмотрим. Так, это у нас самосвал года, МАН. Вот какой красавец. TGS 41440. Тут вот характеристики. Да, красивый, конечно, красивый МАН. И Мерседес. Очень красивый. Давай посмотрим Мерседес. Двигатели китайские. Ну, смотри. Нормально. Какие мазы громадные стали вообще. Классные. Ты хочешь на видео попасть? Ага. Смотри, сколько залов впереди еще. Пойдем КамАЗ. Пойдем, вот еще КамАЗ. КамАЗ стоит справа. КамАЗ. Да, ну похоже, не похож на немецкий. Да, вот это КамАЗовский. Да. Такой большой. Что-то мне американский очень больше нравится. Что-то из меня красный. Взгляд притягивает. Так, конечно, он нормально стал выглядеть, да? Тоже и КамАЗ, все это меняется по дизайну. Не то, что раньше было. Да, ну тут вообще непонятно, зачем. А, ну это просто кузова разные получаются. У этого такой кузов, у такой. И приводы разные. Приводы, да, разные.
безопасности. Нет смысла.